засмеялся, удаляешь Fortnite. Добро пожаловать, дамы и господа, в великолепную, с не менее великолепным режимом игру Fortnite. В самые просто до безумия сумасшествия приколы в этой игре. Засмеялись, удаляйте Fortnite. Если вы это не сделаете, то вы никогда не займете топ-1. Ну как так можно было? Ёлки. У меня есть 3 жизни. 1, 2, 3. Что, простите? Они просто вот... Пол хп просто упал. Он просто упал. Он подпрыгнул. Вроде нас... Нет! Это такие обидные фейлы. Тут даже ничего смешного, в принципе, нет, но... Как? Вы мне скажите, как? Как? Как он попал? Они просто падают. И не, сразу не могут себе построить... Платформу, чтобы туда на... упасть, ребят. Ребят, я уверен, это у каждого было. У меня особенно. Сейчас я сам себе подарю. Ну, да ёлки-палки. Это жиза. Шароход. Просто без комментариев. Они просто... Это просто боль любого фортнайтера. Давай, братан, давай, давай! Что? Что? Он не попал? Он построил и попал в свою же постройку. Супер. Просто супер. Но... Нет, 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 нет. Это очень обидно было. Что? Так. А сейчас упадет, да? А кто знал, что там все 3 яруса разрушены? Столько лута. Что? Он попал в капкан? Я не заметил просто. Это баг, да? Вот этот баг. Я помню, в одном видео пробовал, он работал. Еще вроде в 7-м сезоне. Сейчас, возможно, новый баг появился. Так, 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 да. По скилл, да? А на что он рассчитывал? Он думал, что там... Что? Пожалуйста, переключите свой контроллер. Пока он стоит, его сейчас хлопнут. Так и есть. Так и есть, братан. На что ты рассчитывал, на что ты надеялся? Милая девочка играет в Fortnite. Все идет хорошо, по плану. Хочет выпендриться, но не получается. Я засмеялся. Одна жизнь. Ушла. Что? Что? Что, простите? Вот с этой вот перетяжкой, вот с этим тросовым... Трассовой дорогой одни проблемы. Там столько багов, и их никак не могут исправить нормально. Так, хочет фраг это мгновенная карма. Это очень обидно. Я чуть не засмеялся, это было очень забавно. Давай. Так, ему надо... Ему что надо сделать? Кто-то строится, он разрушает. Не, все, я заметил, зона, 3 человека осталось. Нет! Не повезло, никому не повезло. Один остался, да? Или что он делает? Кого-то забрасывал гранатами, 35. Ну, как ты...
Это безумство. Не знаю, эти фейлы один на миллион. Давай! Да ёлки. Я не засмеялся. Это был другой человек. Это очень обидно. Четвертое место занял практик. Что? Да. Они все прыгают куда-то в воду. И они все думают, что они выживут. Но нет. Это она что, на тыкве? Она что, на тыкве? А, сейчас, типа, я упаду в воду, все нормально будет. Ах ты ж, елки-палки. Это очень скиллозависимая игра. Что? Третье место. Просто третье место. Так обидно. О, его застроили? Или нет, он застраивается. Он не успевает. Вы видели его лицо? Вы, наверное, видели. Так, что тут? Ага. Собрал много ресурсов, продолжает бить. Опа-на. Было неожиданно. Да елки-палки. Сразу уже подготовился выходить из матча. Давай, беги за зоны, что ты делаешь? Он не успеет. Он просто не успеет. 5 секунд. 4, 3, 2. Давай! Нет, он не успел. Просто доли секунды не хватило. Попался. Он тут ничего не сделал. Так, давай. Ай, это жестоко. Но это все рандом. Не знаешь, попадешь ли ты или нет. К этому никак не подготовишься. Так, остался последний. Куда ты при... Что? А почему? У них что, постоянно контроллеры отходят? Это... Кто на приставке играет? Видимо, частая проблема, я смотрю. Давай, ты успеешь! Ты успеешь, братан. Давай, чуть-чуть осталось. Давай! Если бы по реке поехал, поплыл, то успел бы. Пацаны просто забрасывают их. Нет. Их размотали. Что? Опа, на, видимо, контроллер отсоединился. Доджи. We go again. Когда после Сан Андреса зашел в Fortnite. Bananas. Banana. Hello, Да, пожалуйста. Ёлки-палки, что? Денчик слазит. Сейчас его забросаю. Определенно. Ага. Только походу только приземлились, да? Собирает лут. Что-то ему сигнали, типа со мной давай, да?
Погнали, погнали, да? Поможешь, да? Если не ошибаюсь, то тиминг, он вообще запрещен. Тимиц... Что? Он просто его кинул. Это очень обидно. Это безумно обидно. Что? Все? Он встал? Когда твой брат сел играть в Fortnite. Это был засмеявшийся прекрасный в Fortnite. Если вам все действительно понравилось, если вы засмеялись так же, как и я, обязательно ставьте большущий палец вверх. Также обязательно подписывайтесь на канал. Если вы тут впервые, что ничего не пропускайте, рассказывайте обязательно всем своим друзьям об этом видео. И пусть тоже посмеются и поднимут себе настроение. Жмите на колокольчик, а с вами ЛК всегда. Я, Арайли. Желаю, ребята, вам всем успехов. Никогда не болейте, никогда не ноть, не отчаивайтесь. Хорошего вам, конечно же, настроения. Берегите обязательно себя и своих близких. И увидимся уже в новых видео.